Друзья, всем привет! Прямо сейчас нахожусь на границе с Соединенными Штатами, в Тихуана. Такая вот очередь. С левой стороны для граждан Соединенных Штатов они проходят очень быстро, так же, как и автобусы, и пассажиры в этих автобусах. А в середине стоят люди. В середине стоят люди с визой, либо те, кто подает на убежище. Ну и с правой стороны люди на тележках, пенсионеры, инвалиды и так далее. Здравствуйте. Вот, то есть, вот такая граница, и ничего здесь страшного нет. Уже второй человек сегодня прошел у нас. Только что зашел, мы очень рады за него и надеемся, что все у него будет хорошо. Кейс подготовлен, все отработано. Пожелаем ему удачи и удачи вам в эмиграции. Всем всего доброго, пока.